вам в нем не нравится? Ну, не знаю. Одевается он как-то странно. И что? Она что, ему жена со вкусом? Выйдите замуж, переоденете во что хотите. Дайте попугай. Ну, ведет он себя странно, как-то зажато. А с мужчинами всегда так. А потом что-то просыпается. Помните, как у Пушкина? И вот на сцену пробуждение, и вот в душе возникли вновь и красота, и вдохновение, и жизнь, и слезы, и любовь. Да-да-да. Ой! А Авдотья Степановна...